Здравствуйте, это канал Максимадзе, и сегодня мы будем играть в Secret Neighbor. Да, последний выпуск вышел, по-моему, 8 месяцев назад. Второй, их было всего два. А потом что-то не сильно интересно как-то тут. Но вот, в честь Хэллоуина тут выходит обновление, и в честь Хэллоуина давайте на него посмотрим. Посмотрим, что тут есть такого хэллоуинского. Собственно говоря, башка Максимадзе сегодня будет смотреть это обновление. Давайте выберем чего-нибудь. Пока ничего хэллоуинского я, к сожалению, не наблюдаю. Появился Квентин в одном из обновлений. Также давайте его выберем. И давайте попробуем найти игру. It's dangerous here. Так, эти все быстро нашлись, а этого найти не могут. Или могут, но он не готов просто еще. Ой, господи. Я чувствую, придется... Я чувствую, надо будет вырезать поиск этого последнего. Наконец-то. Все, игроки нашлись. Поехали. Погнали, погнали. Давай, давай, быстрее грузись. Чё так долго-то, ё-моё? Ну быстрее, ну. Чё такая загрузка-то долгая? Скаута зовут Финч. Да, оно вообще что-то лагать начало, по-моему. Я, честно говоря, нифига не помню даже, как в это играть. Ну как, точнее помню, но уже же многое не помню. Ой, да, оно вообще что-то виснуть у меня стало. Ну да, что-то вот эту карту я не припомню. А, ну да, хэллоуинская, вон пауки развешаны. Привидения. Так, господи. Так, ну-ка, ищем ключи. Ну, здесь нету, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Ага, тут кто-то открыл дверь. Мне приходится сгибать спину, потому что... О, вот это нужно. Сгибать спину, потому что... Ага, тут здесь нету ключей. Потому что, к сожалению, я сижу на табуретке, которая не это... Ниже не опускается, как тот, как этот кресло мое. Ломик. У меня ломик. Вторая доска. А вторая доска не снимается? А. А, беда, беда, беда. Плохо, плохо, плохо. А что-то доски как-то проглючили. Они как-то сняли, но вообще перед глазами просто исчезли. А мне за остальными наблюдать, значит, надо. О, господи, я уже 8 месяцев не играл в эту игру и уже много чего не помню из нее, наверное. Я помню, что там у каждого персонажа способности свои, вот какие, я уже, честно говоря, забыл. И тем более вот что... Опа. Все, поймали. И тем более, что вот... тем более я играл за журналиста, который новый, я вообще не знаю, что он умеет делать.
Так что тут тем более, не знаю я. Чё он завис-то, ё-моё? Он чё, так и будет тут сидеть, что ли, типа, или чё? Ворона указывает на ключ. Да, по-моему, я в прошлый раз, когда играл, я так и не смог все равно ключ найти с вороной. Там такие ходы, что фиг разберешься. А это крик, вот это вот, что стрелочка показывает. Этот чувак просто стоит и не делает ничего. Но это следующий. Так, следующий игрок. Это не интересно. А, они вдвоем тут сидят и ничего не делают. Ну да, ну делайте вы хоть что-нибудь. Ну так же. Ну а то так никогда не закончим игру, блин. Вот чё они сейчас делают? Вот реально, вот чё они делают сейчас? Я не понимаю. Куда они двигаются? И вообще, чё сейчас происходит? Чё это за телепортация такая, блин? Это игра так лагает? Или это какой-то, или это реально так как-то работает? А что это такое? Поражение. А, ну ладно. Хотя бы раунд закончен, а то я уж думал, мы сейчас сидеть и опять 2 часа ждать будем вот этих вот последних. А, вот оно что было. Вот что это за крик, оказывается, был. Ясно, 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 блин. Как тут сидеть неудобно, а? Ну, что поделать, надо же было от спинки избавиться. В прошлом году я от нее забыл избавиться, в итоге все видно было. Так. Вернуться в лобби. Найти игру. И сейчас опять 2 часа No. игроков будем искать. Ой, господи. А, нет. Не-не-не, все нормально. Надо было, наверное, только персонаж другого выбрать, потому что что-то этот. Ну, как-то. Я не знаю, что он умеет делать, если честно. Вдохновение лидера дает детям в пределах досягаемости кратковременный иммунитет страху лужам и лужам клея. Даже лечит. Утраченный использованный зонтик может замедлить падение. Ну, это понятно. Держитесь вместе, чтобы иметь больше шансов выжить. Ну, да. Так. Найди все ключи, открой дверь в подвал, выясни, кто сосед. Надо в этот раз, короче, держаться поближе к другим и наблюдать за ними. Потому что я иначе так. А, потому что меня иначе меня опять вот так вот поймают очень быстро. Давайте я обыщем вот этот комод. Ну, здесь есть клей. Здесь, а, карточка есть, окей. О, тут третье, еще одно место в инвентаре есть, что ли? Так. А почему, кстати, о, еще карта.
Почему, кстати, фонарик, он как бы в круглом секторе отмечен, а остальные... Так, нет, это не от этого. Карта. Ни от того, ни от того. Ломик я не могу, к сожалению, взять. Сейчас у меня забит инвентарь. Почему сектор у фонарика круглый, а вот эти все квадратные? Это как-то... Чё, ты чё тут засел? Вылезай, блин. Это так. Это уже не подходит. Опа. Вломились, как спецназовцы. Разбили стекло. И так. А, это включено было. Опять два. Ну мне... А первый-то где? Ой. Это три. Ой, я в капкан вляпался. Да жму, блин, ну нет, не работает. О, нет, все работает. Блин, вот этот раз сейчас был с пробелом с этим. А тут уже все обшарили, тут ничего нету. Какая-то платформа двигается. Так, это тоже не подходит. Короче, здесь... Да, блин. Не, я чувствую, вы угорать там будете над этим сидеть. Но тут реально надо щелкать, 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 дощелкать. По этому пробелу максимально быстро. А это можно как-то... Ай, блин. Больно. А у меня здоровье уже маленькое. Так, на R что можно делать? А, и фиг его знает. А, во, все, восстановил здоровье. Так, это у нас что такое? Здесь что-нибудь есть? Есть ключик. Пожалуй, возьмем его вместо одного. Я ничего не вижу вообще. Иду сам не знаю куда, блин. И я еще и в капкан опять вляпался. О, блин, я тут землетрясение сейчас устрою, блин. Ой, господи, я чувствую, вы там ржать сейчас в комментах будете над этими моментами. Я, честно говоря, что-то не... Детей... Не, ну тут реально по-другому никак нельзя нажимать. А тут карточки нету, можно вставить. Отлично. Так, отлично. Значит, уже для чего-то нашли. Это что у нас? Монетка. О, господи. Так, это монетка. Опа, здорово, мужик. Я надеюсь, ты не ворон. Или не знаю, кто ты там. Как-то подозрительно немножко он обыскивает. Может, он к соседам приближается. О, еще. О, вот это надо мне. Вот это мне точно нужно. Карта под номером 2. Так, ну-ка. Сосед по... В смысле сосед покинул игру? А как это так? Что такое? И почему я начал здоровье терять? Сосед покинул игру. Ну, отлично, значит, мы в подвал беспрепятственно войдем. Это что значит? На помощь зовут? Ворон указывает на ключ. Но мне бы найти... Я не знаю, где этот подвал. Вообще. Ну, где-то на первом этаже. Надо на первый этаж идти там смотреть. Я возьму еще ломик. Не ломик. А, у меня больше нету ключей. Это что-то... Что это за кладовая вообще? А что это такое? Это выносливость у нас кончилась, что ли? Что это за сердцебиение? Причем, что оно дает? Ну... Так, ну здесь закрыто, у нас нету ключа. А подвал-то где? Вход в подвал-то тут вообще где? Ну, здесь нигде нету, я не наблюдаю.
Так, ладно. Может, где-то в другой стране. Может, в дом еще где-то какой-то задний проход есть. Задний проход. Че я сказал? Так, нет, у нас, походу, реально выносливость. Это имеется. Не, короче, реально где-то... Ой, господи, вот он, подвал. Вот он. Окей, осталось три замка. А, нет, два замка. И доски не надо снимать. А, нет, это, наверное, не доски. Так, ладно, смотрим дальше. О, зараза какая, а. Опять ключ нужен. Что-то слишком много закрытых дверей, не находите? И такое чувство, что мало детей осталось опять. Я что-то никого... Что еще за ванна такая, блин? Это ванна для пыток, короче. Или, наверное, электричество тут из воды добывается. Фиг его знает, я к этой штуке не буду подходить. Да тут все обшарено уже точно. А карточку нельзя вытащить из замка? А, нет. И вставить другой? Нет, нельзя. Здесь карточка какая-то. А, отлично. Пригодится, пригодится, пригодится. Ну, я что-то так предполагаю, что... Я догадываюсь, что те карточки, которые с номером один, двери от них на первом этаже должны находиться, а на втором, собственно, вторые, собственно, на втором, третий, на третьем. Я что-то так полагаю. Там дверь открыта уже. Ну да, это выносливость. Два замка еще. Так. Обшариваем эту... Блин, да мы тут уже были. Фигово, фигово. Неудачный немного ключ. Это что такое? Это камера? Камерами пользоваться как-то не очень легко. Так, ну ломик у нас уже есть. Нам не нужен второй. Здесь тоже. О, ключ второй. Ладно, на втором этаже посмотрим, что можно тогда открыть. Прикольный город, блин. А, вон кто-то бегает. Блин. А где двери, которые я тут пытался найти? Так. Здесь ничего полезного я так не вижу. Неплохо. Барон указывает на ключ. А где у нас ворона? Ага. Подождите, я не вижу ворона. Ломики. Ломик есть у меня. Мне не нужен другой. Но отсюда прыгать, я думаю, нельзя. Ух, обалдеть. Блин, немножко как-то страшновато, немного я вам хочу сказать тут. Так. Где можно найти этот дверь со вторым замком?
шкаф какой-нибудь открывал? Тыква есть. Это что еще за проход такой? Здесь уже все открыто. Здорово, дружок. Соседа нет, мы без труда сможем это сделать. Если, конечно, ключи все найдем. Я не вижу, где ворона. Вот она, ворона. Только я как отсюда спрыгнуть-то? Эть! Нет, это один, но это этаж, это не первый. Значит, не обязательно, походу. Так, на бочку. Где ворона? Я не вижу. Я опять... Так. Ну, у меня второй, а не первый. Ворону я не вижу вообще, серьезно. Она где-то летает, но ее не видно, а не обнаружено. Выносливость что-то очень быстро кончается. Так, нет, все-таки на второй этаж надо, да? Походу, вон там внутри, но надо как-то подняться туда. Вот в этом, в зеленом, вот этом секторе где-то ключ находится. А вот теперь интересно, как туда подняться. Ответьте мне на вопрос, как подняться тут на этот верх. Ну я же не смогу. В это окно тоже не зайти, там решетка. Не, серьезно, а как пойди-то туда? У нас осталось меньше лазать-то, он не умеет же по стенам. Может где-то проход секретный есть какой-то. Да зачем мне стул, карту дайте мне? Я сдох. А, нет, я не сдох. Так, он открыл какую-то из дверей. Но мне надо силы на восстановление. Но вот ключ, который ворона мне указала, мне не добраться до этого ключа. Но как я до него доберусь? Туда. Я туда не залезу никак. Надо найти дверь с замком номер 2. Я пока ни одну не нашел. Осталось меньше минуты уже. Ай, блин, не вижу ничего. Ну, конечно, как я тут что пойму? Там ядовитый газ. И куда тут надо? Тут ничего нету. Зато я теперь без фонаря бегать буду. Оставшиеся 6 секунд. Все. Поражение, мы не смогли отыскать все ключи. Так, давайте еще один раунд, да закончим на этом. Что-то как-то не очень. Получается хорошо. Кто пишет мне сейчас? Так, вернуться в лобби. Тут вообще можно карту выбрать другую? Потому что я что-то... Потасовка. Что такое потасовка? Я что-то забыл. Победи раунд, используя оружие. Давайте выберем другого персонажа. Я возьму вот это. И, наверное, давайте найти игру. Хотелось бы другую карту, если честно, потому что на одной карте скучно было бы.
Хэллоуинского не так много, как я ожидал. Что-то я за всю эту игру я нашел только одну тыкву. А все остальное это так, привидения, да пауки развешаны просто на потолке, да на стенах. Так, вот если всех игроков так долго будет находить, то это опять на обрез все пойдет. Короче, на потасовку не подключился никто. Идем в быструю игру. Поехали, последний раунд. Знает владельца шляпы. Угу. Какой шляпы? Так, я играю за лидера. А, ну ладно, ну ладно, другая карта уже хорошо. Уже хорошо, другая карта. Так, усиляем. Так, сможет больше ли сил у девочки выбить дверь, чем у журналиста? Да, похоже, что больше. Как ни странно. Клей дурацкий, я его ненавижу. Это что еще? Это что вы тут вытворяете, а? Чё, офигели, что ли? Так, кто на помощь звал? Я чувствую, что... Так, опять ванна с электричеством. На помощь кто зовет? Ой! Что вы вытворяете-то, а? Зачем так пугаете, бля? А? Ой! Куда закрываешь? Дай пройти. Так, ломика у меня нету. Да. Ага. Пусть поможет кто-нибудь другой. Я сейчас... Опа, занят. Какой смысл сюда вообще идти? Господи, я уж думал, это сосед, блин. Это Квинтин. А, подножка. В шкафу что-то есть? Нет. Ничего полезного нету. Разве что эту крышку можно будет в лицо соседа бросить, если че. А зачем мне мешок вообще? Иди, убери ты его нафиг. Ой. Еще ванна с электричеством. Вы что, совсем угораете надо мной, что ли? Или что? Так, а по этой штуке можно вообще полазать? Нет, нельзя. Он сквозь нее проходит. Она сквозь нее проходит. А еще есть проходы? Ну, надо ключи где-то искать, в общем-то, чтобы пройти, чтобы проходы. Опа. Да что это за звуки такие страшные? Как будто сосед появляется, а на деле его нет. Туда не пройти, ядовитый газ. Опа. На этот шкаф можно залезть. Тут похоже... А, это я даже шарил уже, по-моему. Чё там как-то быстро ходит, не так ли? А чё с цехом-то таким? Ну-ка, бери стул. Да нет, стул, я говорю. А фонарик где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это было прям вообще просто отстойно. Это было сейчас. Подпертая дверь стулом, это хитроумная ловушка. Загнать меня в тупик, чтобы меня там поймал этот клоун. И в тупике в этом вообще ничего полезного не оказалось. Ни ключей, ни карточек, ничего. Ой, ладно, давайте посмотрим, повезет ли другим, потому что я единственный, я пока первый, кого поймали. Просто реально самая натуральнейшая западня это была.
Ага. Он от... Ага, ну нормально так вообще. То есть он открыл ломиком шкафчик, в котором находится ломик. Которым можно было бы как раз открыть шкаф. Что за бред вообще? Это двери таким пугающим звуком открываются, значит. А что у него на голове? Он ведро какое-то носит, что ли, на голове? Что это за... Это... Что это за сверху голубая мешающая хрень у него? Он крышку от бака носит, что ли, на голове? Или что это у него такое? Да, нет, ну на самом деле даже неприятно смотреть как-то на вот эту вот хрень на голове. Давайте все-таки заменим игрока. Следующий игрок нажимаем. И мы на кого смотрим? А, я могу наблюдать за этим. За соседом я могу наблюдать. Он, короче, он прячется под коробку, короче. Ладно. Клоун у нас просто может маскироваться под вещи. В капкан влипнешь сейчас, ёб... Что-то я так... Что-то, по-моему, тут, знаете, это... О, ключ-карта, хорошо. Что-то тут, по-моему, вообще любое действие сопровождается страшным звуком каким-то. Вам так не кажется? Так, кто-то открыл один из ключей от подвала. Один из замков. Вернее. О, господи. Я уж надеюсь, вы сможете открыть дверь. Пока поймали только меня. Потому что я реально... О, а вот и клоун. Не, вот это... Ну это вообще отстой просто. И ему, я так понимаю, никто не поможет. А, нет, поможет. Музычки, кстати, что-то не играет никакой вообще, я смотрю. Или может она у меня выключена, хотя я не, по-моему, нет, я, по-моему, не выключал музыку никакую. Скорее всего, ее просто что-то здесь нету. А почему на улице он стоит и там эхо? Как эхо может быть на улице? Или это так, специально, чтобы хэллоуинскую атмосферу придать? Еще один замок открыли, судя по звуку. Посмотрим на еще один игрок. О, хорошо. Только сейчас он его, по-моему, поймает. А может и не поймает, хрен его знает. Не, да, он сейчас поймает, но если его не спа... А он в капкан чуть не вляпался, кстати, сейчас только что. Они друг друга ловят, по-моему. Ах, хорошо, спас, молодец. А он испарился, что ли? Что с ним случилось? Он превратился в какой-то предмет? Ой, или что с ним такое вообще произошло? Он, или он ТП-шнулся куда-то? Я помню не все, что умеет делать клоун и сосед. И ворон тоже. Так что могу запросто заблуждаться в чем-то. На другого игрока переключаемся. Видимо, еще замок открыли. Остался один, что ли, я так понимаю. Судя по вот этому вот интерфейсу справа, вот это вот с замками, это один замок остался или... Я что-то до этого не наблюдал, но я так понимаю, один замок остался, наверное. Скорее всего, один замок остался. Потому что у детей есть шанс еще выиграть, вполне. А, еще поймали одну. Короче, я не единственный, кого поймали. К сожалению, поймали именно лидера.
первым. Это не круто совершенно, я хочу вам сказать. Ой, господи. Только, да, что-то реально поразвешали паутины, пауков, привидений. Один замок остался, да, верно. Но что-то тыкв вообще практически нету. Тыквы же это... О, вон в той комнате, кстати, прям атмосферненько немножко выглядит. Впечатляюще, да. Давайте, пусть что-нибудь произойдет уже интересное. Так, за этим наблюдать я не хочу. У него вот эта мешающая, реально раздражающая фигня какая-то на башке. Так. Так, ну и что они ходят? Они ключ будут? Они ключ-то пытаются вообще искать, я надеюсь, хотя бы, или как? А, я наблюдаю за соседом же, да. Не, его спасают свои все-таки, да. Жесть какая-то вообще творится, реально. О, промазал, блин. Ну, 4 минуты осталось. Если за 4 минуты не смогут, то сосед все равно выиграл. Давайте ищите чего-нибудь быстрее уже. Один ключ остался. Давайте, 3,5 минуты еще есть. Давайте, найдите ключ, я вас прошу. Ну, здесь уже открыто, тут все обшарено по-любому. Здесь ничего нет. Ну, молодец. Давай, давай, вылезай, вылезай быстрее. Давай, как я. Вот так, блин. Как бы их клавиатуру не расхреначить свою потом. Только. Так, нет, я переключусь на другого, я не могу на этого смотреть. Так, ядовитый газ, зашибись. А, ну да, это на соседа показывала точка. Ой, да. Вот на этого лучше поглядывать, потому что... Как-то... Вот это вот с ведром на голове, это я не могу. Просто не могу, реально. Ворона указывает на ключ. За 2 минуты они его найдут. Так, это сосед. Рогатка бесконечно, кстати, действует или нет? Так, он скрылся в виде. Он скрылся в тени. Вот ворона указывает на ключ, но ключ где-то там, слева. Я чувствую, они его не успеют найти уже. А, он наверху, ну ё-моё. Так. Но, во всяком случае, всем уже известно, что этот чувак, это сосед. Как он испаряется, жутко прям вообще. Я вспомнил, клоун же дымовые шашки кидать умеет. Вот откуда дым этот появляется. Ядовитый.
Давайте уж постарайтесь найти какой-нибудь ключ. Ключ где-то здесь, я так полагаю. Не в ящиках, только в этих. А куда ты выходишь? Ключ-то там где-то должен быть. Разве не так? Ну ключ-то там, чё вы не взяли-то его, алё? Вы хотите проиграть все-таки, да? У вас было время, чтобы его взять и использовать. Да ну ё-моё, ну вы что такие, а? О, господи. Он ключ где-то. Он достал ключ. Отлично, все, выиграли. Все-таки не подвели. Не подвели, ребята, все-таки, да. Ладно. Вот на такое хэллоуинское обновление мы посмотрели. Хэллоуинского не так уж и много, если честно, было. Ну, на самом деле, как игра, в принципе, интересная. Но одному играть неинтересно, но больше играть не с кем, к сожалению, друзьями. Собственно, так, вернуться в лобби. А так, честно говоря, не сильно цепляет игра. Так что не знаю, будем ли мы еще в нее играть или нет. Ну а так, всех, короче говоря, с Хэллоуином. Спасибо за просмотр. С вас и господи, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримы, с канал Лога, канал свой, ВКонтакте. И всем пока.